Итак, мы ждем решения нашего арбитра. Только одно призовое место. Победитель конкурса «Юный хендлер». Принять единственное верное решение. Вы знаете, уважаемые гости, зачастую ваши аплодисменты помогают судье сделать свой единственно верный выбор. Помогите ему принять решение. Кто-то из присутствующих в зале уже знает результаты, наверное, да? Знаете результат? Ваша версия какая? Все согласны с этой версией? Вне зависимости от вашего мнения, уважаемые гости, мы, безусловно, им очень дорожим, но мы озвучиваем мнение нашего авторитетного и компетентного судьи. Итак, единственное призовое место в конкурсе «Юный хендлер» абсолютным победителем становится Елизавета Бизина и ее «Бостон Терьер». Спасибо огромное,